Юрочка пришел, да? Работать. Да. День Йоги. Второй. Да, будем восстанавливаться. С чего начинаем? Сейчас пошли. Базовая разминка опять. С велика, и потом на маты. Окей, пошел. Поехали. На велик. Здравствуйте. Сейчас выставляем тренажер специально правильно, чтобы угол градусов был 30-60 градусов. Нога полностью не разгибается. Обязательно. Уровень сложности 10 у нас, как всегда. Скорость выше 60 должна быть. Сейчас мы 10 минут немножко попотеем, хорошо разогреемся. Поехали. Блин, второй день тренировки, что тяжело крутить педали. Тренер заставляет, плохому не научит. Потеем дальше. Юрочка пашет, старается. Результат хороший. Уйди от меня. Коленка работает. Работает умничка. Ребята, вот только через такой труд можно, блядь, добиться результата. Только через такой труд. Бля, мышцы аж горят. Горят. Отлично. Сейчас будем выполнять базовую разминку, как вчера. Упор на локти, Юр. Не-не, на спину. Ножки на ширине плеч, носки на себя. Правую ножку подняли на уровне плеча. Сюда, да. Хорошо. Держим 30 секунд. Поехали. Сейчас работает голеностоп вперед-назад, вперед-назад. Поехали. В этом моменте за 5 секунд медленно голеностоп работает. Ногу поднимаешь вверх, голеностоп работает. Поднимай выше на 90. Еще выше. Выше. Упор на локти, голеностоп работает. И вниз медленно опускаем. Голеностоп работает постоянно. Делаем 10 раз, поехали. Вот, ножка работает. Отлично. И вниз двигаешь. Здорово. Давай. Уже 10 потов с меня сошло. Держим. Голеностоп работает. Вперед-назад. Медленно поднимаем вверх. Движется выше. Максимально голеностоп работает. Еще выше. Давай еще. И вниз опускаем. Опять вверх пошел. Работаем. Отдыхай. 30 секунд отдыха. Сейчас ложимся на левый бок. Верхнюю ножку согнул, поставил вперед. Вперед ставь. На носочек. Рукой изнутри себя взяли. Изнутри. Хорошо. Нижняя ножка, носок на себя. Подняли вверх, держим статику. Выше. Держим, молодец. Сейчас сразу разогреваем, голеностоп работает. Вперед, назад. Ну, сбоку снимаем тоже. Сейчас люди видели, как я буквы зуб складываюсь. Сейчас носочек на себя. Голеностоп не касается пола. В колене мы сгибаем ногу. Сгибаем в коленке ножку. Не касаемся пола. И разгибаем. Умница. Поехали. Носок на себя. Работаем. Галик не касается у нас пола. Выполняем. Сразу видно, что крестообразно, не разорванное. Видите? Получается коленка подвижно работает, полностью укрепляется коллатерально. Юрчик, как самочувствие? Отлично.
Давай на другой бочок. Так. Верхнюю ножку согнул. Так. Другую ножку выпрямил. Носок на себя. Поднял, держим статику. Голеностоп работает вперед-назад. Не, сначала галик, да, разогреваем. Поехали, ножка сгибается туда-сюда, носок на себя. Вот, умница. Ложимся на спинку, ножки согнули, поставили на пятки, носки на себя. Подняли таз. Таз фиксируем наверху, выше таз подними. И сейчас перекатываемся с пятки на носок, с пятки на носок. Ножки чуть ближе к попе подтяни. На носки поднимаешься, пятки отрываешь, вот, и обратно пятки, да, поехали, делаем 50 раз, 3 подхода. Таз старается не шевелиться, таз не двигается. Поехали, вот. Хорошо. Работаем еще 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ножки выпрямил, отдыхаешь. Умница. Аж 40 хватает. Да, да, да. Поехали. Таз подняли вверх, перекатываемся с пятки на носок. Умница. Работаем. Вот, здорово. Ножки работают. Еще 20 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Ноги выпрямили, отдыхаем. А что? Вот здесь судорога хватает. Потому что работает сразу стабилизатор самого голеностопа. И вот, вот он движется и крепится вот сюда, крестообразный. И полностью здесь работает, чтобы был устойчив галик, не было пронации коленного сустава вовнутрь, не было тендинита связки надколенника, чтобы не воспалялся. Понял. Это нормально, да? Отлично. Понял. Отдыхаем. Зачем ты это включил? А, все, поехали? Сейчас работаем на баланс. Специально работаем только вперед-назад. Вот, видите, немножко работает. У нас сразу укрепляется коллатеральная связочка здесь. Работаем. Ножки у нас чуть-чуть, конечно же, они 30-60 градусов не пересохнут, чтобы связочка над коленником сразу укреплялась. Укрепляется. Почему я не даю сразу на боссу, на баланс? Потому что я считаю, надо сначала проработать полностью движение вперед-назад, чтобы было устойчиво, потом вправо-влево, а вот только после этого давать полные сферы на полном балансе. Понимаете? Сейчас мы работаем 30 секунд на статике. 30 секунд. Стоим, держим баланс, чтобы мышцы привыкли. Таких выполняем по 3 подхода. Все, можно заканчивать. Все, можешь не снимать. Ну, можешь Юру поснимать. Держим баланс. Как во всех боевиках 80-х годов. Так а что, у вас 80-х годов Стэтхэма еще не было? А нам Стэтхэм не нужен. Были другие звезды. Второе упражнение. Мы присаживаемся, да, стараемся на 90 градусов, присаживаемся, при этом держим баланс. Глубже, глубже, глубже. Важно, чтобы коленки стараться не выходили за уровень носков. И разгибаем ножки, Мы делаем это плавно. 5 секунд вниз, 5 секунд вверх, чтобы глубокие стабилизаторы проработали. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. И вверх поехали. Раз, два, три.
5. Держи баланс, держи его. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Он снимает, слышишь? Да. Снимаешь? Ну, отсюда сними. Пытаюсь. Стороны, но кажется легким упражнением, а так, блин, немножко тяжело. Ох, что ж такое? После статики выполняем динамические упражнения. Поднимаем поочередно правое, левое бедро вверх, работаем. Работаем минуту без остановки. Минуту работаем плавненько, аккуратненько, мягенько. Даем динамику, разрабатываем, разрабатываем. Умнички. Хорошо, хорошо. Хорошо. Тайский бокс дает свое. Главное не лениться в нашем деле. Поехали. Это основное упражнение на второй день. Укрепление четырехглавой мышцы бедра. Работаем натяжение. Очень хорошо. Очень важно доводить ножку в конце до тремора. Ногу разогнули. Секунду держим и сгибаем. Видите? Опять. Видите, идет тремор. Укрепляются сразу коллатеральные связки. И сгибаем медленно. Разогнули. Фиксируем на секунду, тремор пошел, согнули ножку. Опять разогнули, фиксируем, тремор пошел, согнули ножку. Умнички, вот так вот мы прорабатываем, укрепляем. Делаем по 15, по 20 повторений, по 5 подходов. Умница. Юрочка, как самочувствие? Охренеть. Хорошо. Супер. Хорошо, работаем. Работаем. Печет колено. Хорошо. Поехали, пятый подход пошел. Юрочка, фиксируй в конце. Вот, умничка. Поехали. Давай, хорошо. Хорошо. Работаем. Хорошо, видите, как коленка работает. Отлично. Эти бицуха как напрягаются вообще. Умница. Хорошо. Как самочувствие? Поехали, следующее упражнение. Делаем ручками, натяни резиночку. Натяни хорошо. Вперед разгибаешь. Не-не-не. Вдоль, параллельно пол. Да. Параллельно. Вот. И назад ножка сгибается. Параллельно. Вот, не лопнет. Не, не лопнет. Уже эта резина столько людей уже восстановила, блин. Священная резина называемая. Сколько? Ну уже не знаю, наверное, за 1000 так точно. Подхода сколько? Я же говорю, за 1000 так точно. Три по 30 делаем. Капец, издеваются надо мной. Но это круто. Потому что здесь в этом плане жалеть нельзя. Никого, ни себя, ни его, никого жалеть нельзя. Со стороны оно кажется слишком просто, а на самом деле мышцы аж горят. Так что делайте, пробуйте, восстанавливайте, лечите колено. Смотрим на коленка, разогни, Юрочка, коленка, разогни полностью. Конечно, жидкости немножко есть, но она пропадет. Откачивать не надо. Связочка держит. Все полностью, надколенник на месте стоит. Четырехглавая прорабатывается хорошо. Место прикрепления. Здорово. Поехали, делаем упражнение. Вот, умница. Идеально. Просто идеально. Девушка, как тебе? Супер.
Да, она на пользу пойдет вся. Да. Не зря потею. Такая уже привыкшая. Поехали, сейчас укрепляем бицепс бедра, заднюю поверхность. Называем упражнение, роем траншею. Пяткой максимально вдавливаем под себя, при этом носок на себя. И делаем круговое движение вперед. Выполняем 4 подхода по 50 раз. Лёшка, как ощущение? Чувствуешь, сзади работает? Пока еще не чувствую. Только начал. Поехали. Максимально вдавливаешь, вдавливаешь пол. Ножку и со всей силы. Больше сопротивления под себя. Вот. Под коленом чувствую. Да, вот это оно. Вот это оно. Поехали. Поехали, работаем. Носок на себя, Юра. Носок на себя сюда. Вот. Пяткой максимально вдавливаешь. Вот. Умничка, работаем. Класс, здорово. Прорабатываем. Делайте тоже, что вы сидите, блин. Лоботрясы. Лоботрясы работают. Одному тяжело делать. Барана с тобой. Сейчас мы растягиваем заднюю поверхность бедра. Полностью. Расслабься. Делаем вдох. Выдох. А ведь людям только посмотреть, как я ключ у меня отвалил. Расслабься. Точками разрабатываем их. Так что приходите, занимайтесь, не жалейте себя, на связь.